Российский спутник не вышел на целевую орбиту после запуска с космодрома «Восточный». Он утонул в океане. В Роскосмосе подтвердили аварийную ситуацию на разгонном блоке «Фрегат». Причиной аварии стала ошибка в полетном задании. Спутник «Метеор-М» должен был начать передавать телеметрию через час после запуска. Однако этого не произошло. Роскосмос сегодня провел вторую попытку запуска ракеты-носителя с нового космодрома «Восточный». Кроме «Метеора-М», ракета должна была вывести на орбиту еще 18 космических аппаратов. Строительство космодрома «Восточный» сопровождалось чередой скандалов. Это срывы сроков строительства и невыплаты зарплаты рабочим. Возбуждены несколько уголовных дел.